если драконы действительно существуют, скорее всего, не в наших широтах. Ты не веришь в волшебных драконов? А может, ты не веришь в чудеса? Тогда в новогодние праздники смотри в оба. Ты увидишь рождение чуда. Я родился. И волшебства. Мой дракон. Как хочу, так и называю. Чудеса случаются. В детском разделе в видеотеке «Старт» на Картина ТВ.